Так, друзья, всех приветствую на нашем сегодняшнем мероприятии. У нас сегодня в гостях Глеб Милюков из Team Lead, Reception Team Lead компании WayRay, и он сегодня нам расскажет, поделится опытом про фотограмметрию и затронет частично Так, немного друзья, всех задачу приветствую на нашем SLAM. сегодняшнем мероприятии. Да, прошу прощения. Сейчас я звук на YouTube отключу. Ага, да. И собственно, эта задача безумно важна, она фундаментальна для, на самом деле, любых augmented reality сегодняшних движков. Просто по кадру там решается, на кажется, в каждую миллисекунду эта задача, и она без нее нереально построить было бы какие-то 3D-карты мира и локализовать камеру. Собственно, про это все подробнее Глеб расскажет. Поэтому, Глеб, прошу, спасибо, что ты сегодня с нами. Да, Теперь. спасибо, что позвали. Да, действительно, меня зовут Глеб, я из компании WayRay. Мы занимаемся голографическими дисплеями дополненной реальности. Вот, соответственно, делаем сами дисплеи и делаем софт для того, чтобы делать AR на этих дисплеях. Вот, и, соответственно, да, сегодня мы, в общем, больше будем говорить, значительно больше будем говорить про фотограмметрию, да, но про SLAM чуть-чуть тоже поговорим. Вот, но сразу как бы, чтобы никто не расстраивался, как бы аналитический фотограмметрический подход – это, в общем, основа визуального слова в том числе. Вот, и это очень важно для нас, как бы понимать этот подход, да, эту модель. А почему? Потому что, ну, во-первых, она имеет достаточно ясную физическую интерпретацию, то есть, в принципе, помогает понять вот весь этот пайплайн, да, который мы должны реализовать, чтобы там делать AR, например. Да, или для того же слама. А во-вторых, ну, собственно говоря, этот аналитический подход, он является частью как бы других подходов итеративных, которые используются в продакшене. Вот, тот же Model Adjustment, например, но мы об этом попозже поговорим. Да, ну, давайте дадим несколько сначала определений и вообще попробуем понять, зачем нам нужна эта фотограмметрия. Фотограмметрия – это дисциплина, которая описывает методы оценки 3D-позиции и 3D-структуры мира по его фотографиям. Вот, то есть, если у нас есть несколько фотографий сцены, фотограмметрия нам помогает делать какие-то предположения о том, как эта сцена устроена и где мы, ну, скажем так, где находятся объекты на этой сцене. Вот, SLAM, да, о котором мы тоже сейчас сказали, это аббревиатура Simultaneous Localization Mapping, да, то есть одновременное построение карты и локализация на этой карте, но в случае визуального слама мы используем камеру или камеры для того, чтобы по каким-то визуальным фичам построить 3D-карту и одновременно локализуем эти камеры на этой карте. Вот. А зачем нам это все нужно? Ну, я думаю, что большинство, в общем, должны, наверное, примерно представлять, зачем, но давайте все-таки рассмотрим некоторые варианты use case, да, для дополненной реальности. Вот я тут вставил кадр из Терминатора, да, где мужчина, значит, обведен контуром. Вот такой вид AR, да, это получается как бы в пиксель. То есть мы имеем картинку на камере, и мы хотим ее просто дополнить. И, в общем-то, нам не обязательно знать что-то о 3D-структуре мира, да. То есть здесь мы можем просто делать семантику, там, инстанс-сегментацию нейронной сетью, например, да, и, получив связанную область, потом ее выделить контуром. То есть здесь, например, нам в принципе слам, может быть, был бы и не нужен. Ну, конкретно вот для такого случая. Но это не очень интересный AR и достаточно сильно ограниченный, да, использованием. И вот, например, там тот же Pokemon Go, да, ну и вообще любая дополненная реальность, которая предполагает, что у нас есть виртуальные объекты, которые мы хотим ставить в мир, она уже предполагает, что мы должны как-то, ну, какие-то предположения делать о сцене, на которую мы хотим поместить виртуальный объект. Потому что, ну, мы все знаем, что в силу там перспективных искажений, чем ближе к нам объект, тем он будет больше казаться, чем дальше, тем он меньше. Ну и если мы его поместим просто рандомно там где-нибудь в воздухе, то мы, ну, как бы, мы он будет висеть в воздухе, да, мы этого не хотим. Мы хотим, например, там покемона поставить на землю. И, ну, нам нужно делать какие-то предположения о том, где камера находится относительно земли, да, пускай даже земля будет плоской. Мы можем такое предположение сделать, да, вот на приложенном примере, в принципе, будет, ну, более-менее разумно и гораздо легче, да, чем пытаться оценивать плоскость Земли. Но нам нужно понять, где находится камера относительно этой Земли, чтобы можно было виртуальный объект поместить туда.
Вот, и третий вариант, ну, я его выделил как бы в отдельный, он по большому счету тоже требует точно такой же оценки 3D-структуры мира и позиции объектов. Вот, но здесь уже интереснее, почему? По двум причинам. Во-первых, ну и, собственно, это скриншот такой того, что мы делаем в Array, да, то есть основной сейчас наш... ну, основной наш use case – это голографический дисплей дополненной реальности в машине для того, чтобы делать навигатор AR-исты. Вот, соответственно, тут как бы два момента. Первое. Мы не просто помещаем виртуальный объект в сцену, да, а мы хотим, чтобы он соотносился с реальным объектом в сцене. То есть мы хотим, чтобы он как бы его дополнял. Вот. И второе. Если в случае там, с первыми двумя кейсами мы имели одну камеру и один дисплей, на который просто вводилось изображение с камеры, то здесь мы имеем камеру в одном месте, а голографический дисплей в другом месте. Да? То есть мы должны получить 3D-позицию объекта, и как бы репроецировать его на другую камеру. Вот здесь 3D-точность, да, точность 3D-локализации очень важна, потому что чем ближе будет объект, тем сильнее будет заметно несоответствие 3D-позиции. Да, то есть чем ближе объект, тем больше диспаратность. Вот, и получается, что да, здесь как бы 3D, вот этот самый подход, да, оценки 3D структуры мира и координат объектов в этом мире, он очень важен, и, ну, я думаю, что это достаточно мотивации, чтобы нам попробовать сейчас поговорить о аналитической фотограмметрической модели, то есть о том, как мы по изображениям можем оценить то, что мы видим в мире с точностью до масштаба. Почему с точностью до масштаба, тоже поговорим. Вот. Но зато это очень общий подход, который не требует от нас, ну, никакого знания о сцене. Нам нужны только откалиброванные камеры. Так, да, вот еще по поводу слама. Ну, это такое, скорее, такая дополнительная визуализация. То есть мы строим такие вот плотные или неплотные облака точек и пытаемся себя найти на карте из таких точек, да, то есть эти точки как бы в 3D, камера проезжается по реальной сцене, оценивает позиции точек и таким образом составляет карту. Ну и потом, если мы снова оказываемся там где-то в этом месте, то мы можем себя на этой карте найти, соотнеся точки, которые мы получили, с точками с карты. Вот, но, да, и повторюсь, чтобы этот подход был понятен, мне кажется, совершенно необходимо фотограмметрический энергетический подход тоже понимать. Ну и такой мотивационный слайд. На самом деле вот этот классический аналитический подход, он реализуется с помощью OpenCV очень-очень просто, с буквально несколько строчек. Вот, если потом захотите, можете попробовать сами взять какую-нибудь стереопару, ну там вот с сифтами найти, например, точки соответствующие, дальше там, в общем, ну и нужна только калибровочная информация для камеры, и можно спокойно в несколько строчек с помощью OpenCV попробовать триангулировать точки. Вот по поводу триангуляции точек и всего остального, давайте, собственно, посмотрим, что из себя представляет аналитический подход к построению фотограмметрической модели. Ну, наша цель – это получить 3D-координаты точек относительно первой камеры. Мы будем рассматривать две камеры, пару камер. Вот. Точности до масштаба. Почему? Об этом скажем чуть позже. Вот. И чтобы это все сделать, нам нужно, по сути, ну, точки триангулировать. Про триангуляцию сейчас будем говорить подробнее. Вот. Но чтобы точки триангулировать, нам нужно знать, как камеры расположены друг относительно друга. Вот. А чтобы получить эту ориентацию, да, если мы просто взяли камеру, сдвинули ее, сделали второй снимок, то ориентацию это тоже нужно получить, и это делается с помощью так называемой существенной матрицы, essential matrix. Вот. И для всего этого нам нужно только два изображения с двух камер, сдвинутых относительно друг друга, и нужно, чтобы эти камеры были откалиброваны, то есть были известны внутренние параметры камеры, такие как фокус и проекция оптического центра на матрицу. Вот. Ну, давайте, собственно, поговорим про триангуляцию точек. Ну, триангуляция точек, по сути своей, это нахождение одной и той же точки на двух видах сцены и восстановление 3D-позиции этой точки по лучам, которые восстанавливаются через
перспективные координаты, да, точки на первой и на второй камере. Вот. Ну, то есть фактически мы строим просто два луча. В идеальном случае они пересекаются ровно в той точке, которая была спроецирована на обе камеры. Вот. По поводу проекции точки на камеру, мы сейчас пообсуждаем немножечко пинхол камеру. Я знаю, что уже несколько раз, по-моему, рассказывали про пинхол модель камеры, но вот еще раз, наверное, будет не лишним, потому что это реально важно и такая как бы существенная основа компьютерного зрения в том числе. Да, так вот, мы говорим, что в идеале точка находится ровно на пересечении лучей. На самом деле она, конечно, не будет там находиться. Почему? Потому что есть шумы, и мы эти шумы не учитываем. То есть есть шумы калибровки камеры, например, да? А калибровки камер нам необходимы для того, чтобы установить лучи, которые проходят через оптический центр и через точку на матрице. Это первое. Ну, то есть, соответственно, мы можем не очень точно установить лучи. Это первые шумы. Вторые шумы связаны с тем, что ну, мы все-таки имеем матрицу, состоящую из пикселей, да, то есть есть какая-то дискретизация, и на самом деле через пиксель проходит ну, не один луч, а какое-то количество лучей, которые там попадают в объектив. Вот, то есть на самом деле там тоже будет какой-то шум. Да? Сам пиксель уже локализован как проекция, да, какой-то точки уже локализован с шумом. Ну и, наконец, шум детектора точек, да, то есть для того, чтобы нам, вообще говоря, найти две проекции одной точки в реальности, да, на две камеры, нам нужно, ну, какой-нибудь детектор точек, например, SIFT, который их находит, их описывает и соотносит, соответственно, да. Вот, и тут тоже могут быть какие-то шумы, ну, потому, ну, элементарно, детектор может вот немножечко сдвинуться относительно там того, что было на первой камере. Вот, что в этом случае делать? Ну, на самом деле, предлагается все равно достаточно простое геометрическое решение, такое эвристическое, так как в общем случае мы пересечение лучей не получим, его не будет, да, они будут немножечко расходиться, а может быть, немножечко. Вот, то мы говорим, что триангулированная точка, да, в 3D, она является точкой середины отрезка, которая соединяет эти два луча. Ну, это должен быть самый короткий отрезок, да, то есть нормаль к обоим лучам. Вот, решение абсолютно тривиальное. Нам нужно, по сути, имея лучи, да, описанные вот в 3D-пространстве, нам нужно найти, насколько нам нужно по каждому лучу сдвинуться, чтобы прийти в свой конец отрезка, на котором находится точка, которую мы хотим триангулировать. Вот, и мы можем записать два уравнения с помощью того ограничения, да, что у нас отрезок с этим лучом, они нормальные, соответственно, скалярное произведение у них нулевое, вот. Ну и, соответственно, два уравнения, два неизвестных, это тривиальная задача, которую можно легко решить и найти, насколько нужно сдвинуться, а оттуда уже легко найти точку триангулированную. Вот такое вот аналитическое решение триангуляции. То есть, казалось бы, задача-то, в общем, решена, да? Если мы хотим оценить 3D-структуру какого-то объекта на двух изображениях, ну, то есть спроецированного на две камеры, то нам достаточно просто найти какое-то количество соответствующих точек на двух изображениях, да? Ну, мы скажем, там, все углы, ну, что-то в этом роде, и просто их триангулировать. И мы получим какое-то вот такое, ну, разреженное облако точек в 3D. То есть мы уже можем сказать, что вот как-то так в 3D выглядит этот объект. А в чем загвоздка, да? В общем случае, для того, чтобы восстановить лучи, нам нужно знать, как камеры расположены относительно друг друга. Я тут немножечко, наверное, увлекся, хотел показать еще кое-какие слайды, прежде чем мы перейдем к относительной ориентации. Вот важный момент, который нужно помнить, ну, по крайней мере, мне очень помогает такая интерпретация. Любая точка на изображении, да, которая имеет какие-то пиксельные координаты, это, по сути, проекция луча в 3D, да, то есть в мире. Фактически, если мы имеем x0, да, это у нас оптический центр камеры, а квадратик – это наша матрица, x – это координата на матрице какая-то, да, с какими-то координатами пиксельными, то вот, по сути, любая точка на луче x0x
может быть проекция, собственно, может быть спроецирована в одну и ту же точку X. Да? То есть фактически мы говорим, что имея только одно изображение с калиброванной камерой, мы можем восстановить только луч. Тогда я координату мы установить не можем. Да, соответственно, когда у нас несколько видов, мы уже можем найти пересечение. Вот. По поводу того, как мы восстанавливаем луч. Ну, для того, чтобы восстанавливать луч, нам нужно как-то вообще описать процесс образования изображения. Вот, то есть нужна какая-то модель камеры. Ну, мы тут будем рассматривать пинхол камеру, хотя это не единственная модель, но она используется, наверное, чаще всего. Вот. Ну и в общем, в большинстве камер она как раз-таки имеет место быть. Да? То есть она хорошо описывает камеры, которыми мы пользуемся в основном. Ну, пинхол камера, собственно, по названию понятно, что предполагается, что есть какое-то очень, очень маленькое отверстие, через которое проходят все лучи. Лучи, в свою очередь, падают на заднюю стенку камеры, там, где находится матрица. Вот. Ну и, соответственно, расстояние от пинхола, да, от этой точки, от этого отверстия до матрицы – это фокусное расстояние. Вот. Ну и чтобы нам попробовать восстановить луч, нам вообще нужно понять, как у нас 3D-координаты в мире соотносятся с пиксельными координатами. На самом деле такая связь, она описывается двумя видами параметров. Да, это внутренние параметры камеры, то, что мы говорили, вот intrinsic параметры. Это фокусное расстояние. Ну, на самом деле не совсем фокусное расстояние, мы потом посмотрим, что это такое. Но, как, в общем, фокусное расстояние по двум осям и проекция оптического центра на матрицу в пикселях. Все в пикселях. Вот, это внутренние параметры. Ну и внешние параметры, extrinsic параметры, это, по сути, описание того, как в какой-то мировой системе координат наша камера повернута и сдвинута относительно центра координат. Вот, в случае относительной ориентации, которую мы хотим получить, да, в случае фотограмметрического подхода, мы будем говорить, что мировая система координат она совпадает с центром первой камеры. То есть для первой камеры вращение будет единичное, то есть не будет его, да, смещение будет нулевое. Для второй камеры оно будет, соответственно, какое-то, ну, которое мы не знаем, которое нам хотелось бы восстановить. Вот. Ну да, по поводу фокусного расстояния, да, вот то, что внутренние параметры. На самом деле фокусное расстояние оно одно, да, для камеры, оно не может быть два расстояния. А то, что у нас находится в матрице внутренних параметров, это фокусное расстояние, поделенное на цену пикселя в данном направлении, да, то есть для данной оси. То есть по x пиксель может быть чуть-чуть больше, чем по y или наоборот. Соответственно, в общем случае они могут отличаться, эти значения. Вот. Ну, отсюда, собственно, пиксели. Да? То есть мы метры делим на метры на пиксели. Вот, получаем пиксели. А, ну, про skew, который здесь поставлен нулевым, здесь он не нулевой, да, вот этот S-параметр, это просто параметр, который описывает, насколько квадратным является пиксель. Я думаю, что большинство, может быть, уже об этом знает. Вот, ну, как правило, он нулевой, но кто его знает, иногда, может быть, он и не нулевой. Да, чтобы мы не потерялись, да, как бы, зачем мы вообще все это сейчас делаем и зачем мы об этом говорим. Мы хотим триангулировать точки, и для того, чтобы их триангулировать, нам нужны лучи, да, нам нужны лучи, которые в какой-то точке в 3D, вот. Чтобы этот луч получить, оказывается, нам нужно знать intrinsic параметры камеры. Потому что если мы вот посмотрим на эту связь 3D-координаты с 2D, да, то справа у нас находится 3D-координаты в гомогенных координатах, да, то есть 4 компонента. Это такой удобный математический трюк, который активно используется, вот, в частности, в фотограмметрии. И первое умножение, да, матрицы на вектор, оно дает нам, по сути, поворот и смещение. То есть мы из мировой системы координат переводим точку в систему координат камеры. То есть теперь эта координата у нас в системе координат, совпадающая с центром камеры. Вот. А это по сути своей, да, ну то есть в одну сторону мы как бы переводим 3D в 2D и теряем информацию. Если мы хотим 2D в 3D перевести, то понятно, что мы не сможем восстановить точку как таковую, да, в 3D, но мы сможем восстановить луч, на котором она лежит. Это, собственно говоря, делается с помощью intrinsic
матрицы, которая инвертируется и умножается на пиксельную координату гомогенную. И мы получаем, ну, по сути, луч, на котором лежит точка, которая была спроецирована на эту пиксельную координату. Вот. А вот зачем нам это нужно. То есть пока что мы выяснили следующее. Для того, чтобы из одной камеры пустить луч, нам нужно, чтобы она была откалибрована. А чтобы нам триангулировать точки, нам нужно еще знать, как вторая камера повернута относительно первой. Да? То есть восстановить ее extrinsic параметры в том числе. Вот эта часть относится к триангуляции точек. То есть, кстати, приложил одну строчку кода из OpenCV, которая, в общем, это делает. Здесь мы видим P1 и P2 – это то, что называется projection matrix, матрица проекции, которая в себе сразу совмещает и интринсики, и экстринсики. Да? То есть, по сути, последовательное перемножение матрицы экстринсиков на матрицу интринсиков. Вот эта матрица проекции. Она сразу переводит 3D в 2D. Вот, соответственно, две матрицы проекции для первой, для второй камеры и точки на первой камере и на второй камере. Все, что нужно, чтобы триангулировать, собственно говоря, точку получить в 3D. Вот. Но, как мы видим, если мы имеем просто два изображения и какие-то точки, которые мы соотнесли, и калиброванные камеры, это все еще недостаточно, чтобы получить 3D. Да? Для того, чтобы получить 3D, нам нужно знать относительную ориентацию второй камеры относительно первой. Вот давайте об этом поговорим. Я не знаю, если есть какие-то вопросы на этой части, то, возможно, имеет смысл их сейчас озвучить. Если их нет... Да, пока что, кажется, вопросов нет. Вот. Но я да, везде написал, что люди, чтобы люди не стеснялись слушать или задавать по ходу рассказа. Ну, хорошо, да. Тогда пойдем дальше. Итак, для того, чтобы триангулировать точки, нам нужно оценить, как вторая камера повернута относительно первой. Вот давайте посмотрим, почему, во-первых, мы говорим о том, что в общем случае мы получаем эту ориентацию с точностью до масштаба. Вот. И на самом деле поговорим о том, что нам нужно, чтобы из относительной ориентации перейти к абсолютной, то есть получить уже с точностью не до масштаба, а реальные 3D-координаты. Ну, собственно говоря, ситуация такая. Если мы про сцену не знаем ничего, кроме того, что у нас есть два изображения, то мы никак не можем знать, на самом деле, как спроецируются объекты, потому что мы не знаем, какого они размера, да, и как сдвинуты относительно друг друга камеры. То есть одно и то же изображение может быть получено, если, например, объект находится ближе, и он меньше, или он находится дальше, и он больше. И камеры, соответственно, они тоже там, сдвинуты относительно друг друга. То есть вот как показано на рисунке, не имея никаких дополнительных данных о сцене, да, не зная никаких инвариантов о сцене, мы, по сути, можем восстановить следующее. Мы можем восстановить вращение второй камеры относительно первой, да, потому что она не меняется. Вот что из точки O2 штриха, что из точки O2 штриха 1, по сути, направление лучей, оно одинаково. Да, то есть ориентацию действительно можно восстановить полностью, имеется в виду вращение. А вот смещение мы можем установить с точностью до масштаба. То есть мы не можем знать абсолютное смещение второй камеры относительно первой, но мы можем восстановить направление этого смещения и сказать, что где-то на луче, вот на этом, находится вторая камера относительно первой. Соответственно, если мы будем с таким предположением делать триангуляции, то мы на самом деле получим не абсолютные 3D-координаты точки, да, а какие-то с точностью до масштаба. Ну, в принципе, для некоторых... скажем так, приложений и этого будет достаточно, да, то есть какую-то относительную там карту глубины, например, получить, да, для того, чтобы размыть фон и оставить то, что впереди. Для этого, в общем, не нужны абсолютные 3D-координаты, достаточно относительных. Вот, а для каких-то, на самом деле, перейти от такой относительной ориентации к абсолютной не так уж сложно, для этого нужно всего три точки, которые известны, где они находятся в мире относительно камер. Вот, почему три... Ну, сейчас скажем просто, что потому что нам нужно еще 7 параметров для абсолютной ориентации, да, а 3 точки в 3D – это 9 уравнений. Вот, этого хватает, чтобы восстановить 7 параметров, а если было бы 2 точки, то было бы 6 уравнений. Для 7 параметров это уже недостаточно. То есть это минимум 3 точки, которые нам нужно знать. Вот, мы специально договорились очень детально не погружаться в алгоритмы в эти, вот, больше пройти как бы для понимания по верхам, поэтому…
Сейчас не будем о степенях свободы, но, в принципе, если будут вопросы, то у меня там есть слайды дополнительные в аппендиксе. Вот, можно будет после того, как презентация закончится, обсудить. Итак, чтобы нам не теряться, да, то есть вот мы сейчас говорим о относительной ориентации, о том, как ее получить. Ну, да, и, собственно говоря, относительную ориентацию мы, кажется, поняли, да, то есть это просто вращение второй камеры относительно первой и направление смещения. Вот, а как ее получить по точкам, об этом мы поговорим сейчас. И вот прошу обратить внимание, опять-таки, одна строчка, одна функция из OpenCV, которая позволяет восстановить вращение и смещение камеры относительно другой камеры, да, с помощью существенной матрицы E, essential matrix. Ну и точек, которые, собственно говоря, соотнесены и калибровочных параметров камеры. Так, ну давайте теперь поговорим о том, как нам все-таки восстановить относительную ориентацию. Зачем мы вроде бы поняли, да, за тем, чтобы опустить лучи и триангулировать точку. Вот, собственно говоря, то, что мы называем существенной матрицей, это на самом деле такой математический способ записать условия капланарности. Что это такое? Ну, многие, может, слышали про такое понятие, как эпополярная геометрия. Ну вот, собственно говоря, это как раз вот в эту сторону. Мы говорим следующее. Если у нас есть две камеры, да, с центрами O и O', например, да, оптическими центрами, оптический центр – это, собственно говоря, точка, через которую проходит луч и потом падает на матрицу, вот, через которую проходят все лучи в переховой камере. Вот, у нас есть две камеры, у нас есть какая-то точка в мире, в 3D, точка X, и у нас есть ее проекции на первую и на вторую камеру, да, то есть какие-то пиксельные координаты, какие-то пиксели. Мы можем восстановить луч из первой и со второй камеры, да, потому что они у нас калиброванные, и мы можем восстановить его. Вот, и более того, мы можем пустить еще и луч, который будет соединять оптические центры двух камер, это называется baseline. Часто используется как раз в контексте триангуляции. Вот. Эти три луча, они, по сути, образуют плоскость. И, соответственно, мы можем сказать, что любая точка в мире, которая видна с двух камер, она, по сути, образует одну плоскость. Да? Вот. Ну и, соответственно, для двух лучей, если мы запишем условия капланарности, да, мы фактически говорим, что эти два луча пересекаются в точке X в мире, вот, и они сходят из двух камер. Ну, записывается это следующим образом. Мы берем координату в системе координат камеры, то есть, по сути, луч, умножаем на существенную матрицу и умножаем на координату, собственно, на второй луч, да, который идет из второй камеры. Это выводится из тройного скалярного произведения. Мы здесь не стали об этом говорить, чтобы не вдаваться в слишком большие детали, но на самом деле нам ничего сложного нету, найти это легко. Вот. То есть тройное скалярное произведение, в общем-то, описывает как раз-таки это условие капланарности, но его удобно и можно записать в матричном виде, и это действительно гораздо удобнее. Вот. Ну и, соответственно, матрица существенная у нас 3 на 3. В силу того, что она описывает условия капланарности с лучами, да, которые выходят из камер, она, что называется, гомогенная. То есть она нас как бы имеет не 9, а 8 степеней свободы. То есть коэффициентов 9, но 9, он, по сути, просто масштабный коэффициент. Мы можем умножить ее на любое число, и при этом ничего не поменяется. Вот, ну и да, чтобы нам эту матрицу получить, потом мы поговорим, почему она нам нужна, как из нее получить, собственно говоря, вращение и смещение камеры, но пока что поговорим просто о том, как ее получить. Чтобы нам ее получить, нам нужно 8 точек. Ну, на самом деле, не всегда 8, есть алгоритм, который использует 5 точек, но я решил сегодня рассказать о 8-точечном алгоритме, потому что он, во-первых, используется и для другой матрицы, фундаментальной, да, которая используется для ректификации. Но мы об этом сегодня не будем, но, в общем, это вроде бы полезно, знать этот алгоритм. А во-вторых, потому что он, в общем, аналитически понятный
Что он, по сути, из себя представляет? Он представляет себе следующее. Мы берем 8 точек. Почему 8, сейчас поймем. Для каждой точки мы можем записать условия капланарности, да, имея лучи, которые в ней пересекаются, и существенную матрицу. Существенной матрицы у нас нету. Вот, то есть какие-то 9 неизвестных. При этом 9 нас не интересует. Мы можем сказать, что 9 неизвестное – это единичка, да, потому что это масштабный коэффициент. То есть мы всегда можем поделить на него и получить единичку в конце, в месте 3 на 3. Вот. Ну и, соответственно, если мы после последовательно сделаем, умножим вектор на матрицу, получим другой вектор, и вектор на вектор, скалярное произведение, мы получим, по сути, такую колбасу, в которой у нас будут наши неизвестные 8 коэффициентов матрицы, существенной матрицы, умноженные на компоненты лучей. Вот, то есть, по сути, получим уравнение с 8 неизвестными. Ну, понятно, что чтобы эти 8 неизвестных получить, нам нужно на самом деле 8 уравнений, тогда мы будем иметь 8 уравнений, 8 неизвестных, то это тривиально решается с помощью СВД. Ну вот, то есть просто полученная матрица А, да, вот мы тут назвали эту матрицу А, в которой каждая строка – это вот эта вот колбаса с коэффициентами существенной матрицы, она просто раскладывается на сингулярное разложение, берется последний столбец матрицы В, вот, и считается, что это, собственно, и есть наша оценка существенной матрицы. Вот, есть также, на самом деле, такие хаки, которые позволяют эту матрицу стабилизировать, да, потому что все-таки есть шумы, и вот этот аналитический подход к восстановлению фотограмметрической модели, он неустойчив, он не учитывает шумы. Вот, но опять-таки здесь вроде мы решили сильно глубоко не погружаться, найти это совершенно несложно, вот. И, в общем, да, то есть есть способы чуть-чуть стабилизировать полученную матрицу существенную, но получается она таким вот образом, например, да, с помощью 8 точек. То есть пока что получается следующее, да, вот у нас есть наш фотограмметрический пайплайн, мы получаем какое-то количество точек на первом и втором изображении, находим те точки, которые соответствуют друг другу, с помощью них, если быть точным, с помощью 8 точек, при этом важный момент, они не должны лежать на одной плоскости, потому что это будет тогда плохо обусловленная матрица. Так вот, с помощью 8 точек мы можем восстановить существенную матрицу, и теперь нам надо только понять, как с помощью этой существенной матрицы, собственно, получить вращение и смещение второй камеры относительно первой. Давайте посмотрим. Ну да, собственно, вот эта часть, наверное, довольно тяжело интерпретируется физически. По сути, это просто уже абсолютно математичный, как бы, подход. Он говорит следующее. На самом деле матрица существенна, она может быть факторизована на некоторые, другие матрицы, обладающие определенными свойствами, которые на самом деле описывают вращение второй камеры относительно первой и направление ее смещения. Вот. Ну, то есть, ну, условно говоря, смещение, нас там интересует именно отношение компонент, да, мы понимаем, что абсолютное смещение мы не получим. Вот, соответственно, ну, то есть, фактически ситуация такая. У нас есть существенная матрица, мы говорим, что мы можем ее факторизовать. И выясняется, что факторизовать мы ее можем на самом деле 4 разными способами, с точностью до знаков и прочего. Вот. Но хорошая для нас новость в том, что по сути только один из этих способов, он имеет физический смысл. То есть вот существенная матрица может быть разложена на 2 варианта матрицы вращения и 2 варианта вектора смещения. Вот. Но вектор смещения, естественно, он не в виде вектора будет, а в виде тоже матрицы. Вот. Но, тем не менее, оттуда можно будет восстановить смещение. Да, и вот, собственно, почему мы не переживаем по поводу того, что есть 4 решения, потому что, на самом деле, если вот мы посмотрим на картинку, только одно из них предполагает, что камеры смотрят в одном направлении и имеют какой-то пересекающийся угол зрения. Все остальные варианты, все 3, они предполагают, что точка, которую мы наблюдаем, она находится либо за камерами, либо за одной из камер. В общем, оставшиеся 3 варианта не имеют физического смысла, поэтому мы легко можем выбрать
нужный нам вариант. Вот. Ну, фактически, вот опять-таки одна строчка с использованием OpenCV позволяет по соответствующим точкам и имея матрицу интринсиков, да, то есть мы говорим, что камера откалибрована, мы можем получить существенную матрицу. Вот, то есть кажется, что это на самом деле довольно короткий и не очень сложный аналитический подход к тому, чтобы от двух изображений получить, ну, на которых мы знаем соответствующие точки, получить в конечном итоге 3D-координаты точек с точностью до масштаба. Вот. Вот такой вот я выписал общий OpenCV-шный код, просто чтобы понимать, да, что это действительно очень легко сделать, и если хочется в этом как бы получше разобраться, наверное, имеет смысл это сделать. Вот здесь, собственно говоря, предполагается, что мы уже знаем точки, которые соответствуют друг другу, да, на двух разных изображениях. С помощью них мы получаем существенную матрицу, восстанавливаем вращение и смещение второй камеры относительно первой, формируем матрицы проекции, да, это, по сути, не что иное, как матричное перемножение матрицы экстринсиков на матрицу интринсиков, да, матрицы экстринсиков мы формируем, объединяя вращение, это 3 на 3 матрица, и вектор смещения. Вот, для, соответственно, для первой камеры мы считаем, что у нас вращение единичное, его нету, и смещение нулевое. То есть мы получим таким образом координаты относительные в системе координат, связанные с первой камерой. Ну и, собственно, триангулируем эти точки, имея соответствующие матрицы проекций и точки, которые мы хотим триангулировать. Вот. Ну, то есть вот такой вот фотограмметрический подход, зачем он нам нужен теперь, да? То есть понятно, что с одной стороны он дает нам возможность аналитически, довольно понятным образом оценить 3D-позиции точек, которые мы видим на фотографии, и оценить вращение и направление смещения одной камеры относительно другой. Это, в общем, хорошо, это то, что нам хочется, потому что для AR, да, мы должны понимать, где на сцене находится камера, куда она смотрит, и где относительно нее находятся объекты, да, если мы хотим их как-то дополнить, подсветить или поместить вообще виртуальный объект, да, куда-то. Мы же должны понимать, как он спроецируется на камеру. Соответственно, это вроде бы полезно. Но на самом деле сам по себе такой аналитический подход, он статистически не оптимален. Он очень неустойчив к шумам. И на практике сам по себе, да, он не используется для продакшн-систем. Но он, тем не менее, очень важен. Во-первых, с точки зрения того, что действительно описывает как бы то, что мы хотим сделать, а во-вторых, он используется как начальное приближение для итеративных алгоритмов, например, таких как bundle adjustment, а это уже, собственно говоря, очень близко к визуальному сламу, да, то есть что такое bundle adjustment, давайте еще немножечко поговорим. Ну, по сути, это итеративный алгоритм, который оценивает с одной стороны координаты точек, который мы видим на фотографии, а с другой стороны вращение камер относительно друг друга. То есть, по сути, это уже что-то очень близкое к визуальному сламу. Да? Мы одновременно пытаемся уточнить 3D-позиции точек, которые наблюдаем, и уточнить, как камера сдвинулась, да, относительно своего прошлого положения, ну, либо там, если у нас сразу две камеры, как они друг относительно друга находятся. Вот. И да, он использует как раз-таки как и любой итеративный алгоритм, ему, в общем, нужно какое-то начальное приближение, и вот как раз-таки аналитический, фотограмметрический подход, он используется для того, чтобы это начало анализируется ошибка репроекции. То есть что происходит? Мы получили какие-то оценки 3D-координат точек, которые наблюдаем. Ну, например, с двух камер, ну или там с большего количества камер. Теперь мы можем эти 3D-точки, имея пинхоловую модель камеры, имея калиброванные камеры, мы можем спроецировать обратно на изображение. И мы увидим, что полученные 3D-точки, они проецируются не там, где мы их увидели изначально. Да? То есть у нас какой был пайплайн? Мы взяли изображение, нашли особые точки, соотнесли, получили 3D, мы проецируем их как бы обратно и видим, что они не совпадают. Вот это называется ошибка репроекции, и bundle adjustment, собственно, он итеративно минимизирует эту ошибку репроекции,
Каким образом? Он, собственно говоря, пытается найти оптимальную оценку смещения камер относительно друг друга, и после того, как он делает одну итерацию, да, в направлении как бы улучшения этой оценки, он снова считает репроекцию, он снова считает, во-первых, 3D-позиции точек, то есть делает триангуляцию точек, а потом снова считает репроекцию. Так происходит до тех пор, пока, ну, какое-то условие останова не срабатывает. Да? То есть либо репроекция стала, ошибка репроекции стала маленькой, слишком маленькой, да, и мы можем остановиться, либо там какое-то количество итераций прошло. Вот, так что как бы bundle adjustment – это уже алгоритм, который используется в продакшене. Вот, это важно понимать. И да, для того, чтобы его реализовать, нужно, в общем, понимать, как работает аналитический подход, фотограмметрический, в том числе потому, что мы используем его результаты как начальное приближение для задачи bundle adjustment. Вот, ну, напоследок, да, не знаю, очень быстро получилось. К сожалению, мало вопросов. Не знаю, может, сейчас будут. А может быть, я все очень понятно рассказал просто. Что мы сегодня вообще, о чем мы поговорили? Ну, дополненная реальность требует оценки 3D-структуры сцены и позиции, да, объектов на этой сцене. То есть нужно проводить какую-то 3D-реконструкцию по изображениям для того, чтобы делать AR в общем случае. Ну, соответственно, итеративные подходы, да, bundle adjustment, ну, вообще SLAMP как таковой, они используются в продакшене для того, чтобы эту 3D-реконструкцию производить, да, для того, чтобы можно было потом проецировать виртуальные объекты на камеру или на голографический дисплей, например, да, для того, чтобы эти объекты, например, совпадали с реальными объектами, либо чтобы они на изображении выглядели естественным образом, да, как будто они действительно находятся в мире там, где мы хотим их видеть. Вот. Ну и для того, чтобы все это сделать, да, в качестве начального приближения используется, собственно говоря, аналитический фотограмметрический подход, который основан на том, что мы оцениваем по 8 точкам или по 5 точкам существенную матрицу. Из этой существенной матрицы мы ее факторизуем на 4 варианта, 4 комбинации матрицы вращения второй камеры относительно первой и смещения второй матрицы относительно первой. Выбираем единственный вариант, который имеет физический смысл. Дальше, имея калибровочную информацию о камерах и зная, как они относительно друг друга расположены, мы можем пустить лучи из этих камер и триангулировать точку, получить 3D-координату. Вот, собственно говоря, и все. Вот. Получилось очень сжато, очень быстро. Надеюсь, что кто-то что-то понял, и вообще это было интересно. Вот, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте, я попробую ответить. Да, большое спасибо, я тут буду, наверное, до слушателей говорить, если сейчас появятся вопросы. На самом деле, то, что получилось быстро, это даже хорошо, ну, то есть в плане, значит, ничего лишнего не рассказывалось, и мы не тянули зря, и то, что вопросов нет, это, да, далеко еще значит, что все непонятно, тем более, что сейчас, на самом деле, в онлайне нам слушать не так много людей, обычно нас смотрят в записи, поэтому, может быть, в чате люди будут спрашивать, может быть, уже после комментария напишут к видео, и мы на них ответим. Поэтому большое еще раз спасибо за рассказ. У меня просто пару вопросов таких, наверное, более общих, чем по содержанию. Наверное, первый такой задаем традиционно спикерам вопрос. Какой, на твой взгляд, личный будет как бы AR? Это первый вопрос, такой настоящий augmented reality, который приходит в голову тебе, например. И второй, это как скоро стоит его ждать, ну, наверное, в мире и в России тем более. Вот такие общие вопросы. Ну, на самом деле, это интересный вопрос, в том числе потому, что, ну, по моему мнению, как раз-таки в ARA мы, в общем, пытаемся приблизиться к тому, что мы бы хотели называть настоящим AR, да, во-первых, потому что это все-таки голографический AR, вот, то есть это действительно один из вариантов того, как мы его можем сделать максимально иммерсивным, да, то есть, например, водитель садится за рулем, да, он смотрит на дорогу через лобовое стекло, и AR работает таким образом, что, ну, фактически он видит объекты как бы в мире прямо вот сейчас, то есть ему не нужно смотреть в телефон на изображение, да, чтобы ему там подсветили, куда нужно идти, ему не нужно надевать специальные очки. То есть это просто прозрачная поверхность, которая позволяет, ну, там, зная положение головы водителя, да, это как раз-таки хороший случай, потому что водитель все-таки, он в одном месте находится,
сделал действительно AR, который выглядит, ну, максимально футуристично и полезно, и не отвлекает, да, то есть он не накладывает каких-то дополнительных ограничений с точки зрения там специального устройства, которое надевается, да, там, или того, чтобы снимать телефоном, например, там улицу, да, как в Google AR, который показывает, куда идти. Это же, по сути, ну, проекция на телефон. Вот. С точки зрения того, то есть, если коротко, да, то, наверное, это все-таки во многом зависит от возможностей железа. Вот, то есть, если какие-то устройства дополненной реальности, типа тех, которые мы, например, делаем, они будут доступны и будут действительно, ну, как бы станут частью жизни, да, то вот это вот, наверное, то, что интересно, то, что нужно. А что касается времени, ну, вот тут как бы сложно сказать, да. Могу, наверное, опять привести пример просто из того, что есть у нас. У нас уже есть, ну, демо-устройство, полностью встроенные автомобили, которые, собственно, за рулем которых можно прокатиться, если ты сотрудник или инвестор. Ну, то есть пока что не продается, но уже можно использовать, действительно это все работает. Вот, так что есть надежда, что, ну, это вопрос, я не знаю, ну, 5 лет, может быть. Понял, спасибо. А насчет еще такое хотел узнать. Многие думают, что AR как раз-таки будет прежде всего в очках, а у тебя, интересно, мне прозвучало, что у вас он даже без, по сути, каких-то дополнительных устройств, ну, за счет того, что автомобиль превращается в такое устройство, и экран лобового стекла, и там голографический устройство, да, голографическое. Вот, а что думаешь по поводу тех же там VR-очков, которые уже есть, и AR-очков, которые многие ждут от Apple того же, от Facebook, которые уже анонсировали, а будут ли они близки к людям, и вообще какой у них, выживут ли они по сравнению с голографическим дисплеем, например? Ну, на самом деле, вот так вот как бы интуитивно кажется, что это хороший момент, да. С одной стороны, он немножко ограничен в своих возможностях, да, ну, в силу того, что те же очки, да, они требуют как бы какой-то компактности, если мы предполагаем, что люди будут их носить, вот, но как бы есть, с другой стороны, моменты, которые делают сильно проще реализацию, по крайней мере, компьютерного зрения для таких сетапов, да, потому что чем ближе камера находится к проекции, ну, точнее, плоскости, на которую мы проецируем, тем меньшая точность нам нужна, чтобы пользователь не заметил, да, что мы ошиблись. Чем ближе камера к тому, что, ну, к глазу, да, условно говоря, тем лучше. Вот, потому что это фактически уже будет 2D, 2D AR, а это гораздо проще, чем перевод в 3D. Вот, ну и дальнейшая репроекция. Как-то так. Честно говоря, немножко больше погружен вот именно в эту голографическую AR-историю. Вот. Но, в общем, как-то так. Это интересно, потому что довольно уникальный опыт. И да, лично я мало слышал про это направление. Ну, особенно вот, да, в российском сегменте. Хотя я так понимаю, что у AirAid компания, прежде всего, базирующаяся не в России сейчас. Ну, тут важный момент. И раз уж мы все равно об этом говорим, да, воспользуюсь возможностью, скажу, что мы на самом деле нанимаем. Вот, и работаем, то есть вся наша разработка находится в России, в Москве. Вот, да, компания швейцарская, но конкретно софт, ну и многие вещи, связанные с железом, они делаются в России. Вот, так что у нас на самом деле есть тут офис достаточно большой, и в этом можно поучаствовать, если кому-то интересно. Да, я думаю, многие заинтересуются. Ждем тогда еще отзывов от слушателей. Еще раз хочу поблагодарить за выступление. Действительно, на мой взгляд, отлично получилось. Очень доходчиво, структурировано. И да, если что, люди спросят в комментариях или в чате. Ждем еще раз на гости к нам выступать. Большое спасибо, Глеб. Спасибо большое, что позвали, да. До свидания.